Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Pizza Gamer White Player, и добро пожаловать в новое видео по Forza Kinair Darkest Delivery. Давненько не было по Forza видосов, и, пожалуй, сегодня мы с вами начнем с новостей по этой игре, и потом перейдем к самому сладкому. На этой неделе произошло очень много событий, и одними из них стало то, что нам добавили два новых скина из прошлого ивента и сегодняшний новый скин, который вы увидите уже чуть позже в этом видео. А также в игру были добавлены неделю назад новый пак иконок, новый, последний и заключающий. В него входят скины из водяного ивента, именно Darkwater and the Sunken Toy Bonnie и Piranha Plus Trap, кстати, вот с ним очень будет много возни. И еще три иконки из скримпанка, это Clockwork Balor, Aeronaut, Toy Freddy и Jetpack BB. И наш финальный аниматроник Funtime Freddy, у которого включается также иконка Бонбона, которую можно выбить с одного ЦП. Ну и судя по тому, что я еще даже не выбил позапрошлый пак полностью, а в него входил Curse Springtrap, которого я так до сих пор и не выбил, то речь сегодня пойдет уже не о иконках, а о скинах. И сегодняшним скином у нас будет с вами совершенно новый хэллоуинский скин, включающий в себя новый ивент, который пришел именно сегодня, в пятницу, 7 октября. И сегодня речь пойдет о совершенно новом скине, это Франкен Той Фредди. Первый хэллоуинский скин за историю Forza Kinair, который будет длиться также неделю. На самом деле, когда вышел этот ивент, я рассчитывал увидеть скин на какого-нибудь там Фокси или Той Чику, к примеру, хотя на Той Чику уже был скин, но вышел на Той Фредди, с чего я охренел. Ну а на этом у меня с новостями все. Давайте приступать к скину. Ну а перед этим обязательно поставь лайк и подпишись на канал, если ты тут впервые. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а мы начинаем. Ну что ж, как вы видите, тут уже ходит несколько Той Фредди, даже куча. Давайте начнем с какого-нибудь вот такого. Надеюсь, да, он со своим ЦП. Полный скин на этого Франкен Той Фредди. В принципе, по озвучке ничего нового, по звукам вполне, ну, я не заметил разницы. Но заметил одну особую деталь, которую вы увидите сейчас, когда-нибудь, когда он захайварит. Опа, опа, бежит. Вот, во-первых, он почти бесшумно бежит. А во-вторых, вот эта фигня. Его сегодня бафнули, точнее обновили, и теперь он как Той Чика на минималках. То есть его его хайвар теперь будет всегда с его помехами. И его будет гораздо тяжелее определить. Я постараюсь как можно меньше говорить. То есть теперь, когда раньше не обязательно было за ним следить, и он бы все равно появился у вас перед камерой, то здесь он появится именно в каком-то радиусе помех, а иногда его очень тяжело найти. Так, опять запустил. Мне очень нравится то, как он хайварит, а именно в позе зомби, это очень круто. Я рад, что Хэллоуин начался именно в первую неделю октября. Так, здравствуйте. Мы его проверим чуть позже с ЦП Спрингтрапа и другими ЦП. Хотел бы посмотреть, что он будет бросать именно на деталях с Мангл. И хотел бы посмотреть, как он меняет глаза. Так. Привет. Ну, вот такой вот, в принципе, скин. Мне он нравится, очень красивый. У него, кстати, визуальный эффект, когда он выключает глаза. Это очень круто. Ну что? Посмотрим, что у нас по победам. Мне ничего не выпало, но я успел уже выбить этот скин. И вот, в принципе, как он выглядит. Анимация даже
хорошенькая, мне нравится. О, 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 ой, какой хороший. Мне нравится, как его сделали. То есть он реально похож на какого-то Франкина. Вот, правда, у него грязь в башке. И на мозг это не особо похоже. Но очень хорошо смахивает на Дреддера. Перекрашенного и немного прозрачного Дреддера. Прям нравится. В принципе, вот так он выглядит при ЦП. И вот так он активируется вновь. То есть, это реально прикольно, мне нравится. Давайте его посмотрим на ЦП Спринга, пока его закинем. Закинем с таким ЦП, посмотрим, как он будет себя вести на ЦП... Нет, на ЦП Молтона и будет. Давайте потом посмотрим на ЦП Фантайм Фредди. Сейчас я его отправлю себе самому. Спасибо, что разрешил. Так. Кидаем. И вот, в принципе, он таков и есть. Давайте еще победим одного той Фредди, который мне отправил Desire Cloud. С него я, кстати, этот скин тоже вывел. Спасибо огромное, дружище. В принципе, я ожидаю от форсов очень многого. Помимо Хэллоуина. Но Хэллоуин — это моя любимая пора, потому что выходит больше всего криповых вещей. Из-за чего я люблю эти события. Так. Здравствуй, дядь. И теперь напрягает то, что он с хайваем и помехами двигается. Привет. Я тебя тоже очень рад видеть. Нет, я серьезно. Скин очень нравится. Вот прям я бы поставил ему десяточку. Правда, по оптимизации он не совсем тянет. Но это хотя бы что-то. Сегодня, кстати, вместе с его выходом, они оптимизировали Катрину и других аниматроников, но я пока не смотрел, как они там работают. Но Кёрт Спрингтрап лично не оптимизировался. Так. Не хочешь бежать? Главное теперь не профукать его хайвай. Ладно, там батарейка. Вы сможете закупиться. Так. Опа. Привет. Уи. Мне нравится. Мне нравится, и я доволен. Спасибо большое. 44 опыта. Мы, кстати, почти до лефти дошли. 65 левел у нас впереди. Так, еще один ТФ. Это, возможно, Фантайм. Прикольно. Давай посмотрим. Я хочу посмотреть, он сдохнет или нет. Или у него будет шанс еще выжить после бомбона. Потому что обычно у Флоу Фантайма я могу сносить прям все его жизни. И при укусе бонбона он оставляет меня в остатке с ним. Здорово. Ага. Так. Привет. Ой! Ой, как хорошо у него глаза-то светятся красным. Охренеть! А он много сносит. Он реально много сносит. Get ready for a surprise!
не хочешь, да? Так. Здорово. Да, он умирает. Он умирает. Бон-бон. Так, он телепортится опять. Осторожно. Опять телепортится. Я могу предугадать, когда он телепортируется, когда он двигается. Меня может быть плохо слышно, потому что я играю без наушников. Ой, без наушников. В принципе, вот он так работает на ЦП Фантайма, как я и ожидал. И давайте теперь посмотрим, как он будет работать на ЦП Спрингтрап. А, вот он. Здорово. Давай посмотрим. Сделаю я погромче, поэтому меня не будет слышно немножко. Мне интересно, какие у него скримеры есть? У него их две разновидности? С красными и белыми? Ах, опа! Опа! Смотри, 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 пошел нормально. О! Балде. Да. Он прав. Мне действительно стрёмно. Потому что я могу так надрестать в штаны. Я могу так продолжать. Но он мне нравится. Он красавец. Красавец. Ля. Не, ну ля, ну ля. Ой. Делаем. Спокойно. Ага. Your time is up. Нет, не хочешь бежать. Давай. Ой, красный. Красный. Дело. Так. Ура! Да, у него реально красные глаза. Я был прав. Я был прав. Мне нравится. Давайте посмотрим под конец его скримачок. Здесь, я думаю, можно будет перемотать. Смачный. Охренеть, я так и думал. У него есть две разновидности скримера. Вот, в принципе, сам персонаж. Давайте его, кстати, посмотрим в фотобудке. Я его не смотрел в фотобудке Дарова Спринг. Я хотел посмотреть, как он выглядит. О, ой, ой, какой смачный. Ну ты посмотри на него. Опа. Кайф. В принципе, вот себе скин. Классный, прикольный. Я думаю, на этом можно будет закончить. Надеюсь, тебе понравилось. Надеюсь, ты поставишь лайк и подпишешься на канал, если ты тут впервые. Еще раз повторюсь, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, потому что их будет сейчас не особо много, но они будут с качественным монтажом. Сейчас, можно сказать, мы на новом уровне. Иногда будет
заменять меня мой друг Нетворд, и от него можете ждать много разных пародий по ФНАФу на ПК, в том числе и 3D ФНАФу. Ну а на этом все, всем пока-пока, до скорого, удачи. Вот, кстати, тебе тоже пока. До скорого.